Четверг будет облачная с прояснениями погода. Днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер, предупреждают синоптики, будет не слабый. Порывы ожидаются до 20 метров в секунду. Во время сильного ветра следует обходить стороной мосты, эстакады, трубопроводы и линии электропередач. Водителям же не следует оставлять машины рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями. В Калифорнии не утихают лесные пожары. Многие жители штата остались без крыши над головой. Наблюдается перебои с электроэнергией. Эвакуации подлежат целые города. Площадь возгораний превысила 880 тысяч гектаров. С огнем борются 14 тысяч пожарных. Стихия уже унесла жизни 8 человек. Неутешительное заявление сделали в Департаменте лесного хозяйства США. Сезон пожаров еще далек от завершения. На северо-западе Соединенных Штатов противоположная ситуация. В Колорадо, Монтане и Вайоминге выпал снег. Погодные финты вызваны волной холодного воздуха из Канады. В результате ненастья повалены деревья, десятки тысяч людей остались без электричества. Завтра небо над Бобруйском вновь окутают облака, периодически будет пробиваться солнце. Ветер западный 7-9 метров в секунду, днем порывистый вплоть до 16 метров в секунду. Воздух прогреется до 20 тепла, к ночи градус снизится до 9 со знаком плюс. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.